Ребята, всем привет! Смотрите, есть вот такая вот красота. Это кита, рыба красная кита. Вот такая вот немаленькая рыбешка в магазине. Не удержался, купил. Ну, нравится она нам. Я сам с Сахалина, то есть я люблю такую рыбку. Мы такую на зиму заготавливали всегда. Сейчас будем ее разделывать и просто жарить на сковородке. Сама рыба уже разделанная, потрошенная, но только с головой. Для начала срезаем половнички специальными ножницами вот, для разделки. Срезаем все половнички. Вот таким вот образом. Голову тоже разделали. Извлекли жабры и кровь. Напополам сейчас ее порежу, она тоже пойдет в жар. Голова, кстати, очень вкусная. Вот на такие две половинки порезал. Тоже пойдет на сковородочку. Сейчас я сразу ее вот так вот располосую на пласты, вырежу хребтину, ну, чтобы с хребтиной нам не жарить, так будет более удобно. И будем ее на дольки резать, на кусочки. Сейчас немножко ее замариную, ненадолго, буквально ну, полчасика может быть постоит. Соль, перчик острый, перчик черный. Все, простейшие приправки. Замариновали, полчасика полежит и будем жарить на сковородке. Ребят, рыбка наша промариновалась. Традиционно обваливаем в муке и начинаем жарку на раскаленной сковородочке. Вот такая вот красивая получилась. Правда, честно признаюсь, мы с супругой уже полрыбины скушали в охоточку. Очень хорошо получилось, конечно, свеженькая кита. Всем приятного аппетита. Оставайтесь с нами.